Бежит, бежит за нами. Ох, какая она опасная. Всем привет! Вы на канале Funny Games for You, и мы продолжаем играть в Воришку Боба 4. У нас сегодня впереди 12 и 13 уровень. Давайте пока купим новый костюм. Нам в прошлый раз предложили купить новый костюм. И он нам поможет... Может помочь ударить мумию спереди, в общем. Он, конечно, дорогой, но я думаю, он того стоит. Давайте попробуем. Так, и надо нам взять какие-нибудь, наверное, гаджеты с собой. Отмычка у нас есть. Возьмем от камеры заглушку и электрошокер. Вдруг нам попадутся охранники. Вернемся. Так, 12 уровень. Начинаем, посмотрим, что там у нас. И нас ждет мумия, профессор и два усатых охранника. Что ж, камера действительно у нас есть. Ну, вот, наверное, электрошокер мы взяли зря. Ну, ничего страшного. Так. Прям я боюсь пока идти наверх. Пускай он пройдет. Как-то камера ходит туда-сюда и опасно. Оп! Ай-яй! Что-то меня все спалили. И камеры, и охранник, но никто не заметил. Оп. Ну, давайте камеру закроем. Где тут у меня вот... Оп. Возьмем все денежки. И спокойненько можно открыть этот замок. Чтобы камера нас не увидела. Куда нам? Может, нам вниз сначала надо сходить? Собрать денежки. И поднимаемся наверх. Ну что, попробуем ударить мумию спереди. Давайте. Вот так. Да, гораздо проще стало. Ах, они же, я уже забыла, что они же сразу оживают. Вот. Ух ты! Как она прыгает! То есть не все так просто. Ну что ж, довольно интересно. Не все так просто, оказывается. Она там еще и прыгает и нападает. Так. Опять эта камера. Подождем мы, пока охранник придет. Угу. И обратненько. Бежим, 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 бежим сюда в темноту. На, получай. Так, камеру, наверное, я заглушу. Так проще. Забираем бонусы. И внизу тоже. Так, открываем. Оп. Да что ж такое? Оп. Так, идем опять мы на мумию охотиться. Давайте. Классная она все-таки такая. Так, пробегаем вперед пока. Так, прошли мы мумию. И усатого охранника прошли. У нас остался впереди только... Профессор. Ну, наверное, мимо мумии нам еще раз придется идти. Ну что ж. Попробуем. Слиток золота нам надо будет взять. Время у нас уже пошло. Обрезаем мы сигнализацию. И берем слиток золота. Надо посмотреть в компьютере код. Ой, сколько ж тут файлов. Еще больше стало. Еще больше, чем было. Куда? Куда я делась? Вот она. Ай-яй-яй-яй. Мумия, мумия.
Не знаю, можно к ней так близко подходить или нельзя. Давайте на всякий случай подождем. Оп. И бежим, бежим, бежим. Не успеет, успеет, она не успеет. Бежит прям за нами. А еще ж профессор тут этот. Ну что ж, профессор, все. Готов. А куда нам обойти надо будет, да? Усложняют нам задачу. Вокруг нас гоняют кругами. Ай-яй-яй. Уже идет за нами сыщик, а я никак с замком тут не справлюсь. Так. Бежим, 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 бежим вниз. И все. И все, и мы прошли этот уровень. Очень он был интересный. Так, украли мы золото. Нам дали 4600 и 3 звезды. 3 звезды прям с первого раза. Ну, почти с первого раза мы взяли. Так, ну я думаю, что надо гаджеты взять опять с собой. Для камеры, что ли, заглушку. И переходим мы на 13-й этап. Тогда какой-то он выглядит прям большим каким-то зданием. Две мумии. Вот без этого костюма тут, наверное, было бы очень сложно. И куда ж нам-то тут? Я прям не знаю, куда нам идти. Ну, явно вниз нам идти. Хм. Давайте побежим, прям побежим. Ах, она нас атаковала, атаковала. Поближе надо подпустить их к себе. Пойдемте вниз. Наверное, надо, чтобы они поближе подошли. Вот так. И вот так. И бежим, бежим. Спрятались мы в туалете от мумий. Они тут прям ходят за нами по пятам. Ну что ж, за спиной пока она меня, я спрячусь. Оп. Так, а мне налево или направо? Наверное, мне вниз. Сначала надо на лифт. Давайте попробуем сначала на лифт. Ой, пока она не пришла в себя, бежим. Так, а у нас электрошокер-то один. Нет, неправильно. Все-таки нам, наверное, туда налево надо было. Электрошокер-то у нас один, а охранников-то у нас два. Что же нам делать? Бежит, бежит за нами. Ох, какая она опасная. Ну, ничего. Ну что ж, пойдемте сюда. Что ж, охранник, иди к нам. Мы тебя электрошокером. Интересно, а можно взять с собой два электрошокера? Надо будет попробовать в следующий раз. Оп. Снимаем защиту. Зеленый провод. Надеюсь, нам не придется опять к этим мумиям идти вниз, потому что они вдвоем довольно-таки опасные ребята. Нет, как раз нам, видимо, туда и придется идти все-таки. Что-то я прям потеряла дорогу. А, мы сняли защиту. Правильно, теперь мы сможем пройти. Подождем мы вас, мумии. Давайте, проходите мимо. Вы нам не нужны. И пошли обратно. Так, камеру я, наверное, закрою. Раз уж мы взяли все равно эту штучку. Или не надо. Прям я даже не знаю. Может, и не стоит. Давайте закроем все-таки. Так, ну и что? Отсчет пошел. Время потикало. Профессор бежит уже к кнопке. Но нас он не заметил. И мы снимаем, что бы вы думали, картину Мона Лиза.
Ах, охранник. Ох, не хватает мне для тебя этой штучки-то. Давайте быстренько. Так, 0802. Угу. 0802, слушайте, опасно он ходит тут. Сейчас тут придет за нами наш сыщик и поймает нас. 0802, не забыть бы еще. Куда еще бежать, не поймешь. Побежали быстрее, ребята. Оп, бежим, бежим. Так, вниз. Опять мимо этих мумий нам идти. Да что ж такое-то? Опять мимо мумий. Рискнем напролом. Давайте, оп, пока она нас не напала. Опоздала, опоздала. И сюда. Так, вроде правильно я иду. Да, мне вот к этой двери как раз надо. Открываем ее. 0802. Уже идет там у нас. Идет. Здесь мы уже все собирали. Но. Вот наше место. Все, мы пришли, пришли. Успели мы все. Мону Лизу мы забрали. 6057 очков и 3 звезды. Прошли мы этот уровень. И улетели мы отсюда на вертолете. Отлично. Что ж, следующее приключение будет в России. Ну что ж, будем ждать. Оставайтесь с нами. Мы обязательно в него поиграем. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!